Сейчас мы во Вриндаване. Закончился фестиваль Гаура Пурнимы. Прошли парикрамы, как бы время паломничества. Теперь они разъезжаются снова по своим домам, чтобы продолжать свое служение, вдохновленные. Зарядили свои батареи. Прабхупада хотел, чтобы мы регулярно посещали Вриндаван Дхаму, Майяпур Дхаму. Особенно для того, чтобы получить здесь образование, зарядить свои батареи, насытиться, наполниться трансцендентным знанием. Вриндаван Дхама — это место духовное, исключительно духовное. Прабхупада говорил, что это разряд духовного мира, это проекция духовного мира, это даже не святое место, это что-то сверхординарное. И в этом месте преданные вот строят такую духовную базу, храмы, места, где они изучают бхакти-шастры, где они изучают бхакти-вайбхаву, то есть они продвигаются в трансцендентном знании. Это очень-очень важное место. И в прошлом году прошел успешно курс, где-то около 120 было студентов, очень хорошие отзывы, очень насыщенная была духовная программа, успешная. Все это чувствовали, все говорили, как хорошо, как замечательно. Ко мне приходили также преданные, которые хотят второй раз пройти бхакти-шастры, хотят снова приехать во Вриндаван, в эту атмосферу. Мы приглашаем, пожалуйста, тех, кто вот хочет пройти обучение, приехать во Вриндаван Дхаму. Осенью начинаются курсы бхакти-шастры. Здесь пожить какое-то время вместе с преданными. Садхана-бхакти, джапа-медитация, философия, углубленное знание, общение, парикрамы. Очень-очень хорошая программа. Так что мы вас ждем здесь осенью. Харе Кришна. Krishna.